И как бы мне ни говорили, мужчина сильный пол, мол, женщина слабее, но каждый день я убеждаюсь в том, что женщина сильнее. Сильнее не физически, морально. Ее стараний, времени потраченного тьма, и сил, что выбивались постоянно, жаль будет очень ей весьма. Ведь женщина так трепетно лелея, вложив всю душу и отдав себя, не сможет ныне завладея отдать заветное, тем самым загубя. Мужчина же, коль не добился, все, что потратил, сможет отпустить. Будь сердце дамы, за которое он бился, или рабочее место, что так старался получить. И дело здесь в моральном плане. Нам, женщинам, все отпустить сложней. Когда мужчина застревал в капкане, женщина спокойно выбиралась из пропастей.